городском саду. На скамейке, где ты сидишь, нет свободных мест. В городском саду играет духовой оркестр. Многим знакомые стихи Алексея Фатьянова на музыку Матвея Блантера как нельзя кстати подходят к сегодняшнему выпуску. В городском сквере имени Гагарина прошел марафон классической музыки. Там возрождали старую добрую традицию танцевать и слушать духовой оркестр в парке. Эта идея трогала сердца и привлекала каждого, кто находился внутри этой музыкальной атмосферы. Отлично, мы очень любим музыку, любим духовую музыку, отлично все. Очень рада тому, что у нас в Оренбурге проводят такое мероприятие, тем более бесплатно, и народ сплотился, все танцуют в кучках. Холодно, но хорошо. Марафон проходит под девизом «Мы создаем красоту и культуру вместе», возрождая лучшие традиции парковой культуры начала 20 века и дает возможность продемонстрировать свое творчество современным авторам. Несомненно, такие мероприятия в регионах особенно ценны и заметны, но создать этот особенный музыкальный шарм удается не каждому организатору. Компании Уфанет нам важно, чтобы в городе происходили классные, крутые мероприятия, чтобы люди могли проводить свой досуг и чтобы могли его проводить не только интересно, да, для себя, но еще и с пользой. Я считаю, что очень важно воспитывать культуру классической музыки, культуру вообще художественных вот таких мероприятий. Администрация города нас поддерживает очень хорошо. В этом году совместно мы делаем выступление двух оркестров. Это Оренбургский духовой оркестр, Уфимский духовой оркестр на одной сцене. Я думаю, что это подарок для горожан. Эта традиция будет продолжаться в городе, и жители будут приходить и с удовольствием слушать классическую музыку на площадках города. Это хороший опыт, который мы начинаем впервые, мы волнуемся. Сегодня первый раз оба оркестра играют вместе. И очень важно, чтобы они сыгрались и получили удовольствие в первую очередь и зрители, ну и, конечно же, сами музыканты, которые тоже очень волнуются сегодня. С 2004 года городским духовым оркестром города Уфы руководит Борис Иванович Васимирский, дирижер исключительного таланта и мастерства. Городской духовой оркестр Уфы сейчас коллектив высокого профессионального уровня.
Это, в общем-то, очень такая благородная миссия, когда вот так два коллектива встречаются, да еще на разных территориях. Это очень приятно. Музыкантам, как говорится, пообщаться, посмотреть ваш чудесный город. Ну вот немножко погода, как говорится, подвела. Музыка, она всегда, в любые времена, объединяла любые народы, любые города, любые веси. Музыка, она без политики. В прошлом году ездили по городам Башкирии. И вот в округ попали в Оренбург. Потом мы будем играть три города еще. Стерлитамак, Салават. И 22 сентября закончим в Уфе марафон классической музыки. Человек не каждый день не слушает духовую музыку. И когда он соприкасается с прекрасными звуками, с прекрасными мелодиями, знакомыми мелодиями, которые он слышит, это всегда облагораживает. И люди всегда тянутся к этому. А мы играем достаточно громко и слышно нас очень далеко. Поэтому люди сходятся, как мотыльки на огонь сбегаются. Да хоть каждый выходной. Я думаю, вот народ, который любит вот такие мероприятия, он будет ходить. Вот, ну, нам прям вот очень нравится. Мы с удовольствием. Ну, это событие, однозначно. Такое редко у нас в городе бывает. Естественно, обязательно мы должны были прийти сюда. Какие могут быть погодные условия, если такая радость? Это душа, развитие души, развитие воображения, мысли, полет, творчество. Коллеги прекрасные, праздник прекрасный. То есть мы с удовольствием сюда приехали поиграть, повеселить зрителей. Отвлекаются, молодцы. Все реагируют, молодцы, танцуют просто. Я удивился даже. Безусловно, мы не первые, кто проводим такого рода мероприятия в Оренбурге. Те, которые проводятся, например, в парке «Салют Победы», они очень ограничены в своей аудитории. То есть туда приходят взрослое поколение, пожилые люди. Следовательно, молодежи не так интересно туда прийти. Мы себя позиционировали, то, что это мероприятие интересно человеку от 18, от 16 лет. Первый раз я смотрю, как два оркестра между собой соревнуются. До этого я был участником многих таких мероприятий. Но в основном выступал всегда один оркестр. Сегодня это нечто, это потрясающее шоу. Я не могу передать словами все эмоции, которые оно вызывает. На самом деле, я хочу, чтобы такие мероприятия проходили как можно чаще и по всем городам, чтобы все люди ощутили эту радость, счастье от искусства, от вот этой музыки прекрасной. В Оренбурге одни культурные мероприятия сменяют другие, оставляя жителям выбор, куда пойти и как сделать свою жизнь интересней. Не оставайтесь в стороне и смотрите «Оренбург культурный» на телеканале ЮТВ.